Путь фотографа Ильи Калашникова начался в 2017 году. Тогда Илья впервые взял в руки мамин зеркальный фотоаппарат. Конкретных идей не было. Молодой человек снимал различные виды города и природу. Потом, заинтересовавшись фотографией, Илья самостоятельно изучал азы этого искусства, читал специализированные статьи, общался со знающими людьми. Как сейчас признается молодой фотограф, за все время своей работы он ни разу не сталкивался с выгоранием, а заниматься фотографией для Ильи – это работа мечты. Мне всегда хотелось сделать выставку, потому что это своего рода след в истории, пускай даже своей истории. И когда ты видишь все эти фотографии в сети, в интернете, на экране телефона, на экране компьютера, нету ощущения какого-то присутствия. Я смотрю на эти фотографии, подхожу, и это как будто бы портал, который возвращает тебя в те моменты. Илье всего 22 года, но он уже неоднократно сотрудничал с крупными брендами и фирмами по всему миру. Самый крупный коммерческий проект фотографа – работа в Гонконге с китайским брендом одежды. С фотоаппаратом Илья ездил в Стамбул, Германию и Ливан. Кадры из путешествий, портреты, пейзажные и урбанистические фотографии – все это Илья представил на своей первой выставке «Crummel X-2022» в городском музее. В основном это такие достаточно большие проекты из путешествий, куда я отправлялся, работая с каким-то брендом или с какой-то фирмой. Когда я был амбассадором, я путешествовал на Байкал, в Западные Саяны со снаряжением, которое мне предоставляли мои коллеги из Германии, и создавал такие целостные истории, писал статьи к этому. Для городского музея подобная современная фотовыставка – это тоже первый опыт и смелый эксперимент. Посмотреть, что из этого получилось, и познакомиться с работами молодого фотографа можно до 5 сентября в часы работы музея. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.